Всем привет, друзья! Меня зовут Рома, а это рубрика «Медицина за 60 секунд». И сегодня мы обсудим 5 самых распространенных причин высокого ПСА. Ну что ж, поехали! ПСА – это простатоспецифический антиген, и он увеличивается по следующим причинам. В первую очередь это ДКПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Второе – это рак предстательной железы. Третье – воспалительные процессы в предстательной железе, например, простатит. Четвертое – это ишемия предстательной железы. И пятое – должны помнить об этом – ПСА увеличивается после массажа простаты. Друзья, на этом все. До новых встреч!